Сегодня у нас состоялась очередная 32-я конференция Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе сегодняшней встречи на конференции мы внесли в повестку дня ряд вопросов важных. В частности, это ротация руководящего состава, президиум регионального политсовета, также избрание секретаря регионального отделения. В целом, я уверен, что те кандидатуры, которые были внесены сегодня на утверждение новых составов регионального политсовета и президиум регионального политсовета, в целом отразится качественно хорошей работой нашего отделения, тем более, что и глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров в своем выступлении подчеркнул необходимости всецело настроиться на улучшение деятельности нашего регионального отделения и продолжить ту тенденцию, которая уже и держать ту план, который уже сегодня задана, войдя в десятку лучших региональных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия». Сегодня мы в торжественной обстановке из рук главы Чеченской республики, Герой России, члена высшего совета партии «Единая Россия» Рамзан Ахматович Кадыров были вручены 10 лучшим партийцам. Это партийцы, которые зарекомендовали себя в качестве активных сторонников и членов партии, которые на протяжении долгого времени сотрудничали с нашей партией, реализовывали ряд проектов, участвовали в реализации наших и партийных, и региональных проектов. Естественно, основным качеством это наша партийца является это патриотизм, это любовь к своей родине, малой, большой, великой стране, желание помочь своим жителям и в целом реализовывать ту программу, которая сегодня, и те задачи, которые сегодня ставит глава Чеченской республики и в целом Всероссийская политическая партия перед нами. И реализовывать эту работу на пути Ахмат Хаджи Кадырова Аллах Ас Бодольца.